сейчас, которого Лидия взяла, помните, Маша и Медведь, вы видите, вырезала отдельные участки видео и скомпоновал, ставив музыку из этого же мультфильма. Она очень милая. Ну, сейчас она побольше. Нет, она такая маленькая. Маленькая, отсюда. Значит, вот. Значит, этим способом можно, в принципе, сделать все, что угодно. На любую тему, дню рождения. Сейчас я вам покажу, дню рождения делал я отдельно видео. Есть отдельные программы, и потом будет интересно, подойдем на компьютере, посмотрим. Сегодня настоит день.